смотрите. За эти деньги вы такую лавку не купите. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Мороз Алексей, компания «Кровмонтаж». Вы смотрите мой блог, который посвящен практически одной кровле. Но вы не ошиблись. Это видео будет посвящено, как сделать скамью своими руками. И почему вдруг скамью? Неужели нет других дел? Да дел всегда полно. Как оказалось, есть вещи, которые невозможно купить соответствующего качества и по приемлемой цене. На моем участке достаточно мест, где поставить садовую скамью. Это будет и красиво, и эстетически, и удобно присесть в разных местах. Поэтому мне нужно сразу несколько садовых скамеек. Я могу вам показать на конкретном примере. Итак, давайте отправимся с вами в то место, где сконцентрированы огромное количество скамеек на разный кошелек. Я около огромного гипермаркета. Сейчас пойдем смотреть лавочки. Пошли со мной. Хочу сказать, немножко расстроен, потому что был я летом, когда сезон, лавочек было в 3 раза больше. И то, что есть, в принципе, хватит. Вот смотрите, ценник 8,5. Но лавочка квадратная какая-то, деревянная, она неудобная. На ней сидеть неудобно. Пойдем дальше. 5000, смотрите. Она вся ходит ходуном. И тоже она очень хлипкая. Эта лавочка посерьезнее. Видите, доска двадцатка. Уже более-менее. Вот. И еще лавочка почти 8000. Вот. Тоже металлические стойки скручены на болтах. Вот это более-менее серьезная лавочка под 8000. Это вот 9000. Ну, может, это еще можно протянуть, стянуть. Но, в принципе, тоже удобно сидеть. Я был летом, здесь их было штук 15, но вообще 2/3 полный хлам. Это еще вот такие более две лавочки, более нормальные. Конструкция одинаковая. Две металлические стойки в основании, которые держат лавочку. И остальное все, они выполнены из дерева. Так что выводы делать вам. Да, еще есть вариант заказать по интернету. Но поверьте мне, что в интернете ситуация еще хуже. Вы закажете лавку, вам ее привезут, и вы будете уже перед фактом ее приобрести. А деньги уже уплачены. А там окажется не то, что вы ожидали. Не то, что вы видели на фотокартинке. Вот первая скамейка, которую я сделал своими руками. Вернее, произвел глубокую реставрацию. Мне досталось наследство старая прогнившая лавочка. Все доски были уже треснуты, прогнили. Я сохранил лишь эти чугунные литые стойки. И она послужила как бы прототипом. Я зачистил чугун, покрасил. Сделал из доски 50 на 150, спинка 30 на 150, и получилось довольно-таки прочно и надежно. Скамья и натолкнула меня на мысль, а почему не сделать своими руками такую же, взять лекало, высоту, размеры и сделать еще лучше. Как вы думаете, какова себестоимость данной лавки, сделанной своими руками? Смотрите видео, я ее сделаю от начала и до конца и поделюсь с вами всеми нюансами. Для того, чтобы сделать лавочку своими руками, необходим минимальный набор инструмента. Рулетка, шуруповерт, любой, даже не профессиональный, для того, чтобы закрутить десяток саморезов. Электролобзик, если его нет, сгодится ручная пила. Болгарка, она нужна для резки профилированной трубы и шлифовки обрезной доски. Сварочный аппарат, маска, перчатки и пяток электродов. Немного краски, чтобы покрасить металлоконструкции. Сама лава у нас будет 2 метра, 2-метровая, это оптимальный размер. Она будет и прочная, и не прогибаться в середине, вне зависимости от веса человека, количества там людей на них сидящих. Глаза!
Итак, я сварил вот такие две стойки. Толщиной металла 2 мм. Легкая, но очень прочная конструкция. Высота ножки 40 сантиметров. Ширина скамьи 32. Высота спинки 42. Угол спинки я делал 110 градусов. Угол ножки 105. Под углом упоры я специально дал для устойчивости, чтобы когда вы садитесь или можно резко присесть на лавочку, она не опрокинулась. Эта перемычка укрепляет сами ножки, во-первых. И во-вторых, таким образом направляющая спинки приварена у меня в 4 точках. А полосовой металл я приварил для удобства крепления наших досок для скамьи и для спинки. Предварительно для этого я просверлил по одному отверстию с каждого края. Для красоты и устойчивости я установил две такие заглушки. Скамья стала устойчивая, стойка стоит под своим весом. Сварщик я не ахти какой профессионал, но получилось неплохо. Естественно, мы не говорим о какой-то элитной сварке, там много тонкостей, естественно, в этой профессии. Ну, так прихватить вполне может каждый. Ну что, приступим к сборке. Ну вот, скамья готова. Я уверен, что эта скамеечка послужит еще моим внукам. И вас, наверное, интересует вопрос, сколько обошлась мне лавочка реально, со всеми расходниками, вплоть до саморезов. Профильная труба 20 на 40, толщиной 2 мм. Рыночная стоимость 125 погонный метр. Для нашей лавочки нужно 4 метра. Путем сложения получается 500 рублей стоимость металла. Металлическая полоса толщиной 3 мм обойдется 80 рублей за метр. Саму скамью мы будем делать из доски 50 на 100. Я пробовал делать и 50 на 150, но мне понравилось именно 50 на 100. Оптимально 3 доски и сделать 2 зазора между ними. Зазоры смотрятся красиво, снег и дождь будет в эти зазорчики таять, уходить. Экономичнее, эстетичнее и практичнее. 50 на 100. Для изготовления лавки мне нужна одна 6-метровая доска 50 на 100. Скамья у нас будет длиной 2 метра. Одна доска 50 на 100 на сегодняшний день в розницу стоит 250 рублей. Саму спинку лавки мы будем делать из доски 30-ки. Тоже понадобится одна 6-метровая доска. Ее сегодняшняя стоимость порядка 180 рублей. Итого общая стоимость пиломатериала 430 рублей. 500 рублей я бы заложил на крепежно-расходные материалы. Пяток электродов, тройки, 2,5 пойдет. Круги. Один обрезной. Рыночная стоимость его рублей 30. Самый дешевый тонкий. Шлифовальный. Хочу обратить внимание, что шлифовальный и обрезной вам хватит на несколько лавочек. И шлифовальный круг по дереву лепестковый торцевой. Цена 80-100 рублей на рынке. И горсть саморезов. Далее необходима краска. Немного краски покрасить стойки. Ну и лака. Причем я для себя ее не покупал, потому что у меня в хозяйстве еще, когда мне делали лестницу на второй этаж, остался пол ведра яхтного лака, мне хватило на 3 лавочки, еще хватит на 5. Ну, краски литра хватит на 5-6 лавочек. Общая стоимость составила менее 2000. Это цены московского региона, включая поездку вашу на рынок и доставку. Мне лично доски на рынке распилили по 2 метра. Я положил в салон автомобиля и спокойно довез. Эту скамью я сделал своими руками от начала до конца. И вот что я понял. Эта скамья мне обошлась по себестоимости менее 2000 рублей. А за сколько ее могут приобрести, как вы думаете? Это все равно будет выгодно. Так что у этой скамьи есть определенный бизнес-потенциал. Если поставить это на поток, оптимизировать все расходы, сделать стандартные какие-то размеры, то, я уверен, сумма себестоимости еще уменьшится. Реально такого продукта на рынке нет за приемлемые деньги. За эти деньги вы такую лавку не купите. Итак, на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, это видео было интересно, полезно для вас. С вами был Мороз Алексей, компания «Крофмонтаж». Пока!